Полмиллиона за модернизацию сайта, 400 тысяч за передачу о работе чиновников. Муниципалитеты в городах Сибири закладывают миллионы на информирование о своей деятельности. Проще говоря, самопиар. Деньги нередко распределяются по разным статьям расходов. Мы посчитали, в каком городе Сибири чиновники не экономят, рассказывая о собственных заслугах. Слово Юлии Бобровой. Самые большие суммы на так называемое информирование о деятельности муниципалитета тратят в Новосибирске. На протяжении нескольких лет местные чиновники закладывают в бюджет на самопиар примерно одну и ту же сумму. В прошлом году на освещение своей работы мэрия потратила более 49 миллионов рублей. В этом году план уже 50. И это только на размещение материалов в городских средствах массовой информации. Кроме того, у мэрии Новосибирска есть свое информационное агентство, финансирование которого прописано в бюджете отдельной строкой. Оно включает сайт, радио и телевизионную редакцию. На втором месте – Омск. Согласно сайту местной администрации, в бюджете есть отдельная строка – расходы на СМИ. Сумма более 34 миллионов рублей. В основном это средства на размещение материалов в электронных и печатных изданиях. Но, кстати, это не считая программы «Информационное общество», стоимость которой более 66 миллионов рублей. В Томске отдельной статьи в бюджете на так называемое освещение деятельности деньги не заложены. Зато есть программа развития городского общества. Там и находится пункт «Расходы в области СМИ». В прошлом году потратили почти 18 миллионов рублей. В этом планы скромнее – 15 миллионов. Впрочем, в эту сумму чиновники умудряются умещать множество разных задач. Например, только на обзор томских СМИ тратится более 800 тысяч рублей. И на четвертом месте нашего рейтинга – Кемерово. Суммы на освещение работы мэрии там официально невысокие. На сайте администрации указано, что на программу об информировании деятельности мэрии тратится около 10 миллионов рублей. Интересно, что на сайте госзакупок в этом году муниципалитет разместил всего один заказ – телепередачу о работе горсовета за 400 тысяч. Но если посчитать стоимость других лотов, которые размещены структурами, имеющими отношение к мэрии, суммы получатся больше. Это, впрочем, неудивительно. Расходы на пиар нередко распределяются по разным статьям.